В Иванове началась подготовка к купальному сезону. Традиционно пригодными для водных процедур в областном центре являются пляжные зоны городских парков. Прежде чем будет дан официальный старт купанию, предстоит большая работа – взять пробы воды и очистить дно реки от мусора. Этим нелегким делом занимаются водолазы. Сергей Гусев – профессионал с 25-летним стажем. Свою работу знает, но говорит, что в мутной речной воде очень непросто ориентироваться. Все вот это путают морских с речными. Речные самые трудные. Здесь ориентируешься только вот ходовой спасательный конец. Тебе с берега подает сигнал твой напарник, ты выполняешь его, и тебе удобно, то есть, общаться с ним. Конечно, работа водолаза заключается не только в сборе мусора. Иногда с одного водоема приходится поднимать тела утонувших. Также помощь спасателей требуется в проведении подводно-технических работ. Во всем городе специалистов этой профессии можно пересчитать по пальцам. Самое печальное, в чем признаются спасатели, нет преемственности в профессии. Средний стаж водолазов составляет 20 лет. Работа, она всегда считалась опасной, поэтому люди раньше на пенсии по первому списку выходят в 50 лет. Ну, естественно, отработать нужно набрать почти 3000 часов и стаж не менее 10 лет водолаза. Молодежь не идет в связи с низкой оплатой труда. Самыми популярными находками, в то же время самыми опасными для купальщиков, являются бутылки. Рана отбитого стекла не редкость. Пляжи в парке Хаинг от мусора теперь очищены. И только от самих отдыхающих будет зависеть, как долго этот порядок сохранится. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.